Преступность не дремлет, а следующий случай доказывает еще и то, что алкоголь – враг. 20-летний междуреченец обокрал на улице спящего прохожего, и теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В полицию обратился потерпевший с заявлением о том, что у него похитили сотовый телефон, причинив ущерб на сумму 26 тысяч рублей. Он пояснил, что, находясь в алкогольном опьянении, уснул на лавочке в павильоне автобусной остановки, а проснувшись, обнаружил пропажу. Другого междуреченца будут судить за использование поддельного водительского удостоверения. Вдобавок к этому он управлял машиной с признаками опьянения. Дознаватель направила в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 33-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 327 Уголовного кодекса. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков. В ходе дознания установлено, что фигурант был лишен права управления транспортом. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до 1 года лишения свободы. О других случаях и работе полиции смотрите в программе ОПЕР ТВ сразу после моего междуреченска.